Всем большой привет! Сейчас вы видите перед собой масштаб бедствия. Это мои покупки. Каждый раз, когда я делаю покупки, я думаю, что ну все, это последний, мне больше ничего не надо, уже все есть, как бы и даже складывать некуда. Но, увы, впечатляюсь вашими отшивами. Захожу в интернет-магазины, там что-то меня интересует. И ручки опять тянутся сделать заказ. Они, кстати, уже дотянулись и сделали еще несколько заказов. Я жду еще несколько посылок. Ну, что есть, то есть. Надо себя радовать. И начнем рассматривать. В частности, начнем вот с этой большой-большой кучи наборов. Примерно месяц назад была такая волна на YouTube, где девочки показывали свои покупки с магазинов Леонардо, где была большая распродажа наборов Панна со скидкой 80%. Я на эти видео смотрела, знаете, с такой, с белой завистью. Думаю, ну как здорово, вот у девочек есть возможность купить по такой цене хороший наборчик или просто наборы для расходных материалов. Я даже зашла на интернет-магазин Леонардо, хотела посмотреть, может быть, там можно купить, но там доставка за границу очень дорогая, 2000 рублей. Как-то я так посмотрела, ну, не стоит оно того, немножко расстроилась, думаю, ну, ничего, чего расстраиваться. Мне есть что вышивать, запас у меня обширный, если не получается, значит, оно мне не надо, значит, не мое. Но через несколько дней приходит ко мне на электронную почту уведомление с магазина My Bobbin, где оповещают о том, что у них тоже идет распродажа наборов Панна по хорошей цене. Чуть-чуть дороже, но это не вопрос. Я, конечно же, обрадовалась и побежала делать заказ тех наборов, которые мне были более-менее близки и интересны. И также хочу поблагодарить моих подписчиков и моих друзей, тех, кто перешел по ссылке My Bobbin, зарегистрировались на сайте My Bobbin в клубе друзей. И тем самым у меня получилась небольшая скидка на доставку. Посылка была большая, примерно 800 кг, почти 2 килограмма. Поэтому по весу посылка за границу, она очень дорогая. И благодаря вашим регистрациям, вашим покупкам, у меня получилась хорошая скидка. Большое вам спасибо. А если кто не знает о такой системе скидок, то, пожалуйста, переходите по ссылке в магазин My Bobbin, которую я оставлю внизу, и регистрируйтесь. При заказе вы получите 100 рублей на счет, и мне придет 100 рублей на счет. Так работает клуб друзей. Вообще, этот интернет-магазин один из моих любимых, потому что в этом магазине очень чуткая отношение к покупателям, индивидуальный подход. Во многих интернет-магазинах не отправляют посылки за границу, потому что есть сложность с заполнением документации на почте. Никто не хочет с этим связываться, и обычно все говорят, что нет-нет-нет, мы не отправляем. И есть несколько как бы интернет-магазинов, которые действительно и отправляют посылку за границу, и учитывают все пожелания покупателя. Поэтому я очень благодарна магазину My Bobbin Oli за такое чуткое отношение. К тому же, что у меня есть еще одна проблема. У нас здесь в Греции есть Capital Control, и большинство покупок за границей недоступно, потому что блокируется карта, и зачастую мне есть возможность только оплатить по Western Union. Вот такая вот история. Ну, давайте перейдем к наборам, а то я болтаю-болтаю, а наборы мы еще не посмотрели. Вот как они есть, так я буду брать и буду вам показывать. Немножко буду шуршать, ну, вы понимаете. Я вообще очень люблю шуршание наборов. Мне нравится, знаете, как сам подержал, пощупал вот эту упаковочку. Итак, охотничий сюжет с глухарем. Размер вышивки 27 на 36 сантиметров, 23 цвета, дизайнер Людмила Инякина, уровень сложности троечка. Этот наборчик мне достался очень дешево, где-то за 80 рублей. Я думала, это миниатюрочка, знаете, вот такой маленький сюжетик, а здесь я смотрю, это будет большая работа. Взяла эту собачку, чтобы вышить в подарок мужу, он у меня охотник. Вот там глухарь подстреленный, ружье стоит. Я не поддерживаю, конечно, охоту, я люблю животных, но что делать, вот у мужчин есть у некоторых такая потребность, у них свои какие-то интересы, поэтому что делать, принимаем так, как есть.
Вот, и из этой работы я сделаю подушку, я заменю здесь основу на какую-нибудь интересную равномерочку. Мне кажется, получится очень симпатично. На первый взгляд я бы не сказала, что здесь уровень тройка, но если пишут тройка, значит оно так и есть. Симпатичный сюжет. С обратной стороны вот такая упаковка у Панны, вы знаете, инструкция, и сбоку можно посмотреть ниточки. Ниточки очень красивые. Знаете, я люблю канву Гамма, потому что она даже после стирки не теряет своей формы, остается жесткой. Я люблю жесткую канву. Вот Цвайгард, к примеру, ее постираешь, она все становится мягкой, а эта канва держит свою форму. Хотя у нее есть, конечно, недостатки свои, но у каждой вещи есть свои плюсы и минусы. Ну вот, такой у меня первый наборчик. Эти наборы нужно смотреть в паре. Глиняная посуда, античные вазы. Я люблю греческий стиль, греческую тематику. Размер у этих работ одинаковый, 28 на 33 сантиметра. Дизайнер тот же, Алина и Лина. Только здесь 27 цветов, а в этом наборчике 28 цветов. Также используется, извините, техника. Здесь уровень сложности троечка. Это сложные наборы. Не знаю, когда доберутся мои руки до этих наборов. Если доберутся, то у меня будет вот такой греческий уголок, потому что у меня вышита уже одна работа греческие вазы, тоже от Панны. И еще один процесс, одна работа в процессе. Но она у меня пока отложенная. Не знаю, когда довышиваю. В любом случае, мне нравится эта стилистика. Поэтому я пройти мимо не могла. Тем более по такой цене. Что тут и говорить. Вот такие красивые ниточки, коричневые, спокойные цвета, бежевые. Мне очень нравятся эти сюжеты, натюрморты. Вот такой набор. Знаете, я на него раньше вообще не обращала никакого внимания. Но обратила внимание уже, когда девочки показывали свои покупки. Дизайн очень симпатичный, очень интересный. Называется «Иван Царевич и Жар-птица». Уровень сложности тройка. Размер готовой работы 24 на 35 сантиметров, 52 цвета. Очень богатый набор. Я люблю дизайны со сказочными птицами, с жар-птицами, с фениксами. И, кстати, вот эта птичка будет вышиваться металлизированными ниточками. Представляете, как здесь все будет сверкать, блестеть, и действительно будет волшебство. Немножко сейчас бликует, но вот так очень красиво, мне кажется, получится. И этот набор я тоже буду вышивать. Рада, что мне получилось его приобрести по скидочной цене, потому что начальная стоимость 1000 с чем-то. И когда я видела, что девочки покупают по такой хорошей цене распродажной, знаете, мне тоже так хотелось получить скидку и купить его подешевле. Вот, получилось. Спасибо магазину MyBobin. Кстати, по-моему, акция еще работает. Можете перейти, если кто живет далеко и у вас нет возможности делать покупки в Леонардо. У них выбор небольшой, но все-таки что-то выбрать можно. Заходите, смотрите. Вот такой наборчик. Это серия у Панна «Города России» в технике кривульки. Не знаю, как правильно называется эта техника. Мне давно хотелось вышить несколько городов. Скажу вам честно, вот этот сюжет «Владимир» нравится мне меньше всего, но тоже нравится. Мне нравится Кострома, Волга, по-моему. Вот хочу купить эти наборы, вышить. Кстати, я оставлю ссылочку на канал Лили Кристалл. Она вышивает всю серию. Уже вышито много работ, вы можете посмотреть, как красиво получается. Очень стильно, мне нравится. Значит, здесь у нас размер готовой работы 22 на 30 сантиметров, 25 цветов. Уровень сложности тоже троечка, и дизайнер Людмила Инякина. Вот такой Владимир. Очень красивый тоже дизайн. Буду вышивать. Видите, девочки, я
все наборы практически купила для вышивки, не для расходных материалов. Золотая серия «Панна» тоже. «Флирт» называется, по мотивам картины Альфонса Мухи. Вы знаете, у «Панны» много есть разработок по картинам Альфонса Мухи, но в основном это просто девушки. И если я не ошибаюсь, они как бы представляют драгоценные камни, аметист, рубин. Ну, если я не ошибаюсь, да, может быть, я с чем-то путаю. В любом случае, девушки есть, они очень красивые и дизайны сложные. Много используется цветов и очень мелкий, подробный бэкстич, который, знаете, утомляет. Вот я смотрю видеоотчеты у девочек, утомляет бэкстич, но получается очень красиво. Здесь пара представлена, очень красивые мягкие цвета. Единственный минус, который мне не нравится, это закрытые глаза у девушки и какой-то у них болезненный вид, такие красно-розовый, не знаю, такой цвет. Может быть, я эти глазки открою, мы же рукодельницы все можем, что-то подумаю по этой теме. Скорее всего, буду открывать, мне не нравится, что у нее закрыты какие-то глаза. Я понимаю, что она просто опустила глазки и смущается от комплиментов молодого человека. Но мне кажется, будет симпатичнее, если она глазки откроет. Вот такой красивый большой набор. Много здесь ниток. Он такой пухленький. Канва цвет молочный. 14-я, по-моему, вот так на взгляд смотрю. Вот такой тоже набор золотой серии. Большой мне достался по скидке. Сиеста. Ну, это единственный набор, который я купила как бы для расходных материалов. Сюжет симпатичный, но я не знаю, буду ли я его когда-нибудь вышивать, потому что у меня есть более интересные наборы, которые в приоритете. Но, тем не менее, пусть будет. Может быть, настроение поменяется, мне захочется его вышить. А если нет, я просто буду использовать материалы для каких-то других своих нужд. Размер готовой работы здесь будет 42 на 41 сантиметр. Используется 41 цвет. Очень такой пухленький наборчик. Тоже ниточек много. Посмотрите, сколько планшеток. Если будет видно, там еще внутри планшетки. Вот. Канва хорошая. Я часто что-то вышиваю подбором, поэтому канва всегда нужна. Я рада этой покупке. Если бы я жила в России, девочки, у меня бы эти покупки были намного больше. Я бы точно коробки две себе бы нагребла там этих наборов. Но вот расстояние, что сделать. И самый главный набор в этой партии — Прометеев огонь. Любимый мой дизайн. Люблю Грецию, уже говорила. Вот эти все орнаменты и стилистику. Здесь используется шоколадная такая коричневая канва. Посмотрите, какой красивый цвет. Много ниток. Ну, в основном черные цвета, есть немножко других оттенков. Но в основном черные. И здесь представлены спортсмены, бегуны. Кстати, расскажу вам немножко информации о Древней Греции. Раньше, когда начинались первые Олимпийские игры, спортсмены должны были соревноваться полностью голенькими. То есть и бег, и особенно борьба, не разрешалось на себе иметь никакой одежды. И поэтому на первые Олимпийские игры запрещалось приходить женщинам, только были мужчины. И вот я часто смотрю росписи на кувшинах, на разной посуде, вот греческой, да, традиционной. Там спортсмены, борцы всегда тоже голенькие. Я думала, что художник хочет отобразить красоту тела, потому что раньше в Греции был культ тела, и открыто показывали все красоты, да, человеческого, женского и мужского тела. Но оказывается, нет, действительно, все соревновались, вот голенькие бегали, и сражались, и борьба была, разные виды борьбы тоже, вот было так. Поэтому то, что здесь нарисованы они, вот как бегут, это так и есть, так и было по традиции. Красивый получится, красивая получится картина.
Мне очень нравится. Итак, наборчики закончились, но я не могла сделать просто так заказ в магазине MyBobbin. Я также заказала основы и канву, потому что в этом интернет-магазине часто бывают очень хорошие цены, и я не могла пройти мимо. Тем более, что живу я далеко, и для меня каждый заказ – это целая, знаете, история, пока пройдет оплата, пока скомплектуется, потом посылка ко мне идет. Часто посылки теряются, приходят очень поздно, поэтому пока я чего-то дождусь, у меня часто такое случается, что меняются планы, и то, что я заказывала какой-нибудь набор вышивать сразу или какую-нибудь канву, уже планы меняются, и все это откладывается в долгий ящик. Поэтому я стараюсь сделать какие-то покупки, чтобы у меня все это было, и в нужный момент я могла приступить к любимому сюжету, набору, что-то начать. Вот, а канва и основы всегда-всегда нужны. Итак, была хорошая цена на вот этот отрез. Это канва от Гаммы 50 на 50 сантиметров, белая с люрексом. Давно мне хотелось что-то вышить на канве с люрексом, но как-то вот не попадалась мне канва. Да, здесь 11 каунт, по-моему. Какой здесь каунт? 11? Да, по-моему, 11. Да, 11. Но это будет, наверное, или подушка какая-нибудь новогодняя. Что-нибудь будет. Вот так красиво блестит. Еще кусочек канвы. Тоже 11 каунт. 50 на 50 сантиметров. Но здесь идет разметка. Тоже взяла попробовать, что такое канва с разметкой. И тоже для подушки. Все, мечтаю навышивать много подушек, но пока не особо получается, руки не доходят. И взяла вот несколько таких коробочек с канвой Цвайгард, с основой Цвайгард. Очень люблю я эту упаковку, очень красиво смотрится, приятно в руках держать. И, конечно же, Цвайгард – это нам знакомое качество. Приобрела кусочек голубой канвы. Здесь у нас цветную канву найти вообще невозможно, а часто есть сюжеты на голубой канве, поэтому я решила взять кусочек, пусть будет. Хороший здесь, по-моему, отрез, уже не вспомню, где указан размер, 50 на 55 сантиметров. Не очень большой, но для стандартной большой работы мне хватит. 14 каунт, красивый небесный цвет. Такой отрез. Вот такой темно-бежевый. Это у нас равномерка Лугана, 50 на 70 сантиметров хлопок. Покупала тоже под какие-то проекты, но уже не вспомню. Похоже на ленту Лугана. Точно Лугана, точно Лугана написано. Очень похоже на ленту. Всегда пригодится тоже большой кусочек. Такой. Потом, что у нас здесь? Белфаст. 50 на 70. Белый цвет. Красивый очень. И еще один тоже такой темно-бежевый. Это у нас тоже Белфаст 50 на 70. Вот, закупилась я основами, наборами. Такая куча. Приходит еще один заказ. Этот заказ у меня я делала с AliExpress. Пришел очень быстро. Мне было интересно, придет ли ко мне заказ AliExpress, что придет, как придет. Купила эти наборчики очень дешево, знаете, так вот для интереса, что получится. И все пришло. В принципе, я довольна этой покупкой. Я особых здесь сюрпризов не ждала. Я знаю, как приходят, в каком виде, как приходят наборчики с AliExpress, потому что часто вижу у девочек. Вот такой дизайн, чайник с магнолией. Давно на него смотрю, это разработка Дом и Крафт. Но решила попробовать в исполнении китайцев. Замечательный кувшин. Есть еще точно такой же кувшин с розовым деревом. С обратной стороны есть подробная инструкция в картинках. Молодцы. Давайте откроем, я вам покажу, что там внутри. Так, я открыла наборчик. Давайте посмотрим, как он укомплектован. Ну, обложка, понятное дело. Здесь у нас лист схемы.
вот такой часть кувшина с одной стороны, крупный-крупный ключ и остальная часть схемы. Схема, конечно, глянцевая, это не очень удобно, но схема мне здесь не нужна, потому что наборчик укомплектован тканью с напечатанным рисунком. Мне очень понравилось вышивать по напечатанному фону. Это своего рода отдыхалочка. Можно смотреть телевизор, можно заниматься какими-то делами параллельно и отвлекаться на эту вышивку. Здесь все очень хорошо напечатано, все понятно. Не нужна схема при работе. Мне понравилось вышивать, поэтому я решила заказать себе еще один наборчик. Пусть будет. Вот такие здесь ниточки, две планшетки. Ну, китайцы, они у нас экономные. Половинку отрезали, сэкономили. Вот. И еще вот такая большая планшетка. Ниточки очень красивые. Они их, конечно, навешали, не разрезая. Нужно будет снимать, разрезать и перевешивать. Нужно будет немножко поработать. Но это ничего страшного. Можно будет и сделать. Ниточки, скорее всего, синтетика, потому что они такие очень мягкие-мягкие. Но ничего, тоже красивые ниточки, мне кажется, получится хорошо. Вышивать буду в свое удовольствие. Вот такой наборчик у меня появился. Знаете, для разнообразия всего хочется, поэтому пусть будет и такой. Вот такой наборчик заказала. Это сюжет Ланарте, по-моему, дизайнер Маржелин Бастин. Называется «Счастливая семья». Здесь написано, не знаю, как называется в оригинале. Постараюсь показать поближе. Здесь два снегиря. Вот у них гнездышко, и там два птенчика. И очень много красивых роз. Вьющаяся роза красивая. Сейчас я вам объясню, почему я его купила. А купила я его, не знаю, скорее всего, просто из-за схемы. Хотя вы мне скажете, ну схему можно скачать в интернете. Ну можно, но вот мне захотелось купить его, пусть он у меня будет. Потому что ниточки я, конечно же, сверю, посмотрю цвета Dimensions, соответствуют или нет. Если не соответствуют, заменю, если соответствуют, буду вышивать этими нитками. А канву, естественно, я заменю на равномерочку, может быть, даже на лен. Две иголочки положили. Кусочек канвы хороший. Обработанные края, вот он беленький, чистенький. Очень хорошая ткань. Буду использовать для своих вышивок под полную зашивку. А сюда пойдет обязательно или лен, или вот Белфаст. Я уже себе основ накупила, что-то выберу. Нитки сравню и буду вышивать. Мне очень понравились дизайны Маржелин Бастин, поэтому обязательно они будут присутствовать в моих процессах. И на этот набор я очень-очень давно поглядывала. Но Ланарте он стоит очень дорого, и как-то, знаете, руки не доходили, чтобы приобрести его. На все, знаете, не хватает финансовых возможностей. Хочется ведь всего и побольше, не один наборчик. Видите, тут покупаем, делаем оптовые закупки, как будто бы буду открывать магазин. Так, ну, в общем, это мой китайский заказ. И сейчас осталось нам рассмотреть еще одну кучку. Это посылка «Потеряшка». Она, представляете, в пути у нее стояла по отслеживанию 58 дней. Потерялась эта посылка. Я написала на сайт Муркины рукоделки, покупала на Украине. Со мной, конечно, постоянно поддерживали связь, мне рассказывали, что написали заявление на розыск и поддерживали со мной полностью все общение. Говорили, что если не найдется посылка, мне пришлют новую. Но знаете, когда делаешь заказ, очень хочется получить поскорее посылку, чтобы взять эти наборчики в руки, что-то начать вышивать и хотя бы их поддержать. Это же наши любимые хочушки. Ну, набор долго-долго шел. Вот, поэтому планы на эти наборы у меня поменялись. Но давайте посмотрим, что же я здесь на заказывала. Итак, опять же,
Чарівна мить, подразделение Crystal Art. Вот такой украинский сюжет. Мне здесь нравятся орнаменты, мне нравится форма яйца, вот эти два аиста, украинское село, мельница. Очень-очень стильный и красивый сюжет. Конечно же, я не буду вышивать его на канве, я буду вышивать на ленте, скорее всего, или на какой-то равномерке. Также здесь используется совсем немножко бисера. Не знаю, где он будет здесь использоваться, пока не видно. Но в любом случае, наверное, в орнаменте будет использоваться бисер. Но в любом случае, мне очень нравится этот дизайн, стилистика. Я хотела его вышивать сразу, как только получу, но, как я сказала, планы у меня уже поменялись, поэтому он полежит и подождет, когда снова придет его очередь. Но красивый очень дизайн. Вот у Чарівни Миті мне очень нравятся их дизайны, несмотря на то, что комплектации я не очень довольна. Вот здесь есть ниточки, скорее всего, это ПНК, тоже тоненькие ниточки. Мы посмотрим, что будем делать уже по ходу. Так, и еще познакомлю вас и себя с новыми для меня наборами. Так, будем смотреть. Это наборы Маричка, вышивка лентами. Мне очень понравилась эта техника, понравился результат. И я решила продолжить свои пробы вышивки лентами. И решила заказать несколько наборчиков других фирм. Вот меня привлек вот этот богатый букет. Здесь шикарные такие крупные розы. Есть очень много мелких цветочков, листочков. То есть здесь будет использоваться много разных лент. И букет получится очень красивый, живой, богатый. Набор упакован вот таким образом. Здесь не видно комплектующих. Так. Вот. Если захотите, мы вместе с вами его откроем, посмотрим, сделаем обзор, посмотрим эти наборы. И вот такой пришел. Заказала два наборчика. Один букет такой летний, весенний, а второй у меня осенний. Хотела вышивать осенью, но вот опять уже планы поменялись. Может быть, даже и не доберутся руки у меня до этого букета. Здесь, вы видите, вышиваются крупные листы. Вот таким образом как-то прошиваются. Ну, в общем, здесь осенний букет, осенние листики, веточки. Осенняя красота. Мне нравятся оттенки оранжевые, теплые, осенние. И обязательно буду вышивать. А, вот это, наверное, окошко, где показана ткань с нанесенным рисунком, где нужно вышивать. Я думала, это просто картинка, а это ткань. Это вырезано окошко, и через это окошко можно посмотреть, какая ткань. Ну, ткань красивая. Не знаю, какого она качества. Первый раз купила эти наборы. Вот. Мне очень интересно их попробовать вышить. Так, ну и осталось посмотреть один набор. Большой-большой набор. Тоже, как вы можете понимать, Чарівна Мить, потому что он огромный. Давайте я его переверну. И это икона «Тайная вечеря». Это вышивка бисера. Я давно смотрела на сюжеты иконы «Тайная вечеря». У многих фирм они есть, вышивки бисером. Но мне понравилось только у Чарівни Миті. Мне нравится фон, который вышивается вот сзади. Очень богатый, очень красивый. Вышивается золотыми нитками. Посмотрите. Стол просто обшивается украшениями, бусинами бисерными, и одежда святых, конечно же, Иисуса, все вышивается бисером. Мне кажется, должно быть очень красиво, все должно блестеть, сверкать, переливаться. Будет очень красивая картина или икона, скажите, как хотите. Вот, давно я мечтала вышить такой сюжет со всеми святыми, и вот решилась.
По комплектации ничего не видно, но здесь вот такой большой-большой пакет внутри чувствуется, где есть бисер. Бисер здесь прециоза. Ткань тоже не видно, какая она. Это нужно открывать, все смотреть. Ну, вот такой набор у меня появился. Возможно, в этом году я его и вышью, потому что мне бисер тоже полюбился. И иногда у меня приходит желание повышивать бисером. И этот сюжет, он вообще сам по себе особенный. Хочется им заняться. Поэтому посмотрим, что будет у меня получаться по моим планам. Вот так, девочки, я закупилась на осень. Теперь нужно идти искать место для всего этого богатства, потому что занимает по объему все эти наборы очень много места. К счастью, у меня появился новый рукодельный шкафчик. Я вам потом как-то покажу в отдельном видео, где теперь я могу сложить все свои принадлежности, все свои наборы. Но опять же, он так быстро заполнился, что мне опять не хватает места. Ну а я вам желаю хорошего настроения, хороших покупок, радуйте себя, вышивайте в удовольствие. Ну а мы увидимся в моих новых видео. До новых встреч и всем пока!